everyone, welcome back to my channel Recollection, and with you Mr. Team again. A long time no see. I think all of you are okay and you are doing best, I think, I don't know. And you know, I cannot make videos because I'm working as a teacher at school, therefore I don't have enough time for this. But anyway, today I decided to make video today's video about our parents. And hopefully, I think you will like it, and just watch, and just don't forget about leaving comments in the comments section, and don't forget about subscribing if you are not my subscriber. Okay, thank you guys for watching my videos. See you later. Взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать, тайну рассказать. Простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Молимся за родителей, за всех живых и небожителей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минутой раньше, своих детей давно седых, нас давно седых. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, они из детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь
молятся дети за нас. By the way, thank you for watching, guys. Peace.